Специально задержался в этот холодный зимний вечер, что-то совсем уже похолодало, чтобы видеть подсветку Екатерининского дворца. Вот так дворец выглядит со стороны парадного двора. Эта подсветка была создана сравнительно недавно, несколько лет назад. И вижу ее второй раз. Один раз здесь был, припоминаю, весной, был теплый февраль. А вот в этот раз увидел холодным.